В ночь на воскресенье. Около трех. Дэйв пришел весь в крови. Он был словно не в себе. Как он это объяснил? Сказал, что его пытались ограбить, но он сбил грабителя, ударил мостовую, возможно, даже убил его. Но в газетах не писали ни о чем подобном. Селеста. Да. Селеста. Да. Селеста. Ты думаешь, Дэйв убил мою Кэти? Понятно. Нет. Понятно. Ну все. О, Господи. Господи.